это нашли естественное углубление и сюда сливают. И оно, похоже, растекалось. Вот по этим трубам туда и сюда и подается. И вот, вот туда должна вот машина приходить, трактор, который бурлением все это дело периодически бурлит, перемешивает, а потом через 6-7 месяцев типа компоста должно быть образоваться. И вот этот компост, он соответственно либо в технологию превращается в плане переработки минерального удобрения, не в органическое. Это вот сейчас органика здесь находится. Так и то будет органика. Ну да, но и то тоже. Но тем не менее, там уже будет и, как сказать, органические. Ну, через 6-7 месяцев можно вывозить на поля. А сразу нельзя. Нельзя. Вот это самый главный криминал. Обжарено, видите, вот что он делает. Нет, я так думаю, что это, скорее всего, переполняется когда. А просто